С призывом о помощи обратились к ивановцам жители Лутутинского района Луганской Народной Республики. Они просят оказать посильную гуманитарную помощь местным школьникам. Ребятам элементарно не хватает канцелярских принадлежностей. В тяжелой жизненной ситуации по подсчетам находится около 2000 детей. Активисты областного центра живо отозвались на просьбу и организовали акцию «Дети Луганска». Гуманитарную помощь принимают в будние дни по адресу Шереметьевский, дом 1. Школьникам Народной Республики необходимы тетради, ручки, фломастеры, альбомы для рисования. Посылка с гуманитарной помощью будет отправлена в начале следующей недели. Спешите сделать доброе дело. Я считаю, что это нужно проводить и проводить часто такую благотворительность, чтобы можно было много кому помочь. Не обязательно жителям Луганска. Может, еще кому-то нужна помощь, и мы еще отзовемся и тоже соберем нужные вещи. Детям Луганской нужно для того, чтобы они хотя бы смогли сесть за парты первый раз. И учеба им тоже потребуется.